Имя Флёры Сафиуллиной знает не только Татарстан, но и весь мир. За большие заслуги в развитии татарского языкознания и плодотворную научную деятельность она была трижды удостоена звания лауреата Казанского государственного университета за лучшую монографию. В 1997 году избрана членом Международной тюркской академии, а в 2004 удостоена почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан». К сожалению, прошло уже довольно-таки много времени, как ее уже нет, но несмотря на то, что ее нет, то дело, которое она начала, это продолжается. Начиная с 1955 года, судьба Флёры Сафиуллиной была тесно связана с Казанским государственным университетом. После окончания школы она поступила на отделение татарского языка и литературы историко-филологического факультета. Сразу после выпуска будущий профессор начала свою трудовую деятельность в качестве лаборанта на кафедре своего института. А уже в марте 1992 года Флёра Сафиуллина стала первой заведующей новой и единственной не только в Татарстане, но и в России кафедре «Татарский язык в иноязычной аудитории». Она преподавала татарский язык тем, кто не знает этого языка. И за период своей работы через кафедру, через Казанский университет прошло очень много иностранцев и тех, кто до этого не владел, не знал этот язык. И на сегодняшний день мы довольно-таки плотно общаемся со многими из них. Они все очень благодарны, признательны Флёре Сафиуллиной и ее коллегам. В первых дней открытия под ее руководством велась активная работа по разработке и изданию учебных пособий, словарей и программ для школ и вузов Республики Татарстан. Кафедра стала базовым центром обучения татарскому языку иностранных студентов и стажеров из Германии, Америки, Тайваня и других стран. Труды Флёры Сафиуллиной сложно переоценить. Она внесла огромный вклад в развитие татарского языкознания и тюркологии. По сей день свыше 1000 монографий, различных словарей и учебников для школ и вузов помогают в изучении разговорной речи. И благодаря организаторскому и научному таланту Флёры Сафиуллиной уже более 15 лет татарский преподается русскоязычным студентам всех факультетов Казанского федерального университета. Кристина Отёкина, Фарид Захидоглы, Универньюз.